Уже на базе 10 учреждений здравоохранения Верхневолжья работают выездные прививочные бригады. Они проводят вакцинацию от коронавируса работников предприятий и жителей отдаленных населенных пунктов региона. 18 февраля медики из Вышневолоцкой ЦРБ работали в Фировской центральной районной больнице. Массовая вакцинация проводится по поручению президента Владимира Путина. По словам губернатора Игоря Рудени, до начала нового учебного года в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей. 18 февраля в Фировский район доставили 50 доз вакцины. Среди первых, кто пришел в этот день на вакцинацию, был Евгений Иванов. Не хочется болеть. А где работаете? Расскажите, пожалуйста. Водителем скорой помощи. Так что есть контакты там. Надо сделать. По словам специалистов, прививка необходима людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Также вакцинироваться должны те, кто подвержен наибольшему риску заражения – работники медицинских, образовательных и социальных организаций. При этом медики тщательно проверяют состояние здоровья каждого, кто приходит на вакцинацию. Сначала люди заполняют согласие, внимательно читают анкету, потому что у некоторых есть много хронические заболевания. Не при всех заболеваниях можно сделать эту прививку. То есть человек должен быть абсолютно здоров на время проведения прививки. То есть никаких проявлений ОРВИ тем более не должно быть. Жители Фировского района положительно оценили возможность провакцинироваться на своей территории. Ближайший от муниципалитета кабинет, где делают прививки от коронавируса, расположен в Вышневолоцкой ЦРБ. По словам фировчан, чтобы добраться туда, нужно потратить деньги и время. А здесь никуда ехать не надо. Достаточно просто записаться по телефону в местной районной больнице. На прививку от коронавируса желающих очень много. Я считаю, что стоит делать прививку, чтобы создать коллективный иммунитет как в районе, так и в области в целом, ну и в стране, естественно. Всего в Верхней Волжье развернуто 38 прививочных пунктов. На данный момент в Тверской области вакцину от коронавируса получил 37 761 человек. Это 79,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион.